Всем привет! И в этом видео я сделал подборку из трех песен про машины Влада А4, поэтому досматривай это видео до конца. Приятного просмотра! Ламба А4 Влада, оранжевого цвета она. А Влад по Минску едет, на ламбе он приедет. Или кто же любит, но и ламбу тоже да. Ламба А4 Влада, оранжевого цвета она. А Влад по Минску едет, на ламбе он приедет. Или кто же любит, но и ламбу тоже да. В ламбу он сел ехать домой, ведь символ канала есть ламба его. Глент Кобяков в ламбу хотят, а А4 может всех прокатать. Ламба, Ламборгини, Хуракан, ну а ты скорей подпишись на канал. Оранжевый пепел цвет, в мире лучше цвета нет, и ламба просто супер, спору нет. Ламба А4 Влада, оранжевого цвета она. А Влад по Минску едет, на ламбе он приедет. Или кто же любит, но и ламбу тоже да. Ламба А4 Влада, оранжевого цвета она. А Влад по Минску едет, на ламбе он приедет. Или кто же любит, но и ламбу тоже да. Гелик А4 Влада топ, на нем быстро ездит в городе он. А Владу А4 не нужна Ламборгини, гелик просто супер, лучший он на весь район. Гелик А4 Влада топ, на нем быстро ездит в городе он. А Владу А4 не нужна Ламборгини, гелик просто супер, лучший он на весь район. Номер один, машина топ, гелик лучше всех, скажет Кобяков. Влада машина на дороге король, сильный и мощный, он быстрый такой. Гелик, гелик, гелик в городе он такой. Он такой красивый, серебристый, большой. Поставь лайк и подпишись, нажать лайк ты не ленись. Ну если гелик топ, ты подпишись. Гелик А4 Влада топ, на нем быстро ездит в городе он. А Владу А4 не нужна Ламборгини, гелик просто супер, лучший он на весь район. Гелик А4 Влада топ, на нем быстро ездит в городе он. А Владу А4 не нужна Ламборгини, гелик просто супер, лучший он на весь район. Гелик А4 и ламба, две крутых машины у Влада. На них он часто ездит, он любит на них ездить. Для понтов машины в гараже его стоят. Гелик А4 и ламба, две крутых машины у Влада. На них он часто ездит, он любит на них ездить. Для понтов машины в гараже его стоят. Номер один, машины его, все в городе знают машины кого. А4 Влад с ними, не разлей вода. Нельзя представить Влада без ламбы всегда. Ламба, ламба, гелик, две легенды его на канале часто появляются вновь. А ты лайк скорей нажми, подпишись на канал ты, больше зрителей собрать мне помоги. Гелик А4 и ламба, две крутых машины у Влада. На них он часто ездит, он любит на них ездить. Для понтов машины в гараже его стоят. Гелик А4 и ламба, две крутых машины у Влада. На них он часто ездит, он любит на них ездить. Для понтов машины в гараже его стоят.